Всем привет! Сегодня мы с вами продолжим рассматривать соли, которые могут содержаться в осадке мочи под микроскопом. Перед нами кристаллы трипельфосфатов. Это соль, которая может находиться в нейтральной, слабой кислой, но чаще всего встречается в щелочной моче. Вот видите, крупный кристаллик, похож в виде вот гробовой крышечки, как называют. Вот такой вот формы. Также аполисцирует. Мы с вами уже смотрели кристаллы в предыдущих видео. Например, кристаллы оксалата кальция, которые содержатся чаще в кислой моче. Ну а вот, пожалуйста, кристаллы трипельфосфата. Они также аполисцируют, бывают более крупные, более мелкие. Кристаллы, которые на эритроцитике встречаются. Кристаллы, которые все-таки попадаются в слабо кислой моче, они при каком-то стоянии разрушаются, превращаются в более мелкие, потом растворяются. Поэтому надо исследовать осадок, ну, как можно быстрее. Вот видите, какие красивые. Вот еще. Они такие вот, как ромбики, квадратики, как саночки такие, прямоугольнички. Вот. Вот, пожалуйста. Вот более характерные. Вот еще раз я покажу в виде гробовых крышечек. Да, не очень приятно, конечно, это звучит, но похоже. Ну, ладно, всего доброго, будьте здоровы. Нас ждет еще много интересного. Ставьте лайки, дизлайки. Пока-пока.